Здравствуйте, я врач-фитотерапевт Борис Качков, и сегодня вы узнаете, почему появляются и чем опасны темные круги под глазами. Эта тема касается практически всех. Темные круги под глазами могут появиться у любого и каждого. Это сигнал о достаточно опасном для вашего здоровья и даже жизни состоянии. И ваш выбор – искать косметические средства и маскировать проблему. Наша задача – устранить причину проблемы. Почему появляются темные круги под глазами? Сосуды находятся очень поверхностно. И пока вязкость крови относительно низкая, темных кругов под глазами вы не увидите. Как только какой-либо фактор в значительной мере увеличил вязкость крови, появляется застой крови, сосуды расширяются и активнее просвечивают под кожей в виде темных кругов под глазами. Попытки замаскировать темные круги под глазами косметическими средствами понятны. Они указывают ваш уровень нездоровья. Но станете ли вы игнорировать предупреждающий об опасности сигнал? А на фоне темных кругов работа сердца совершается со значительно большим напряжением и требуется ограничение как минимум двигательной активности. Частая причина появления темных кругов – вы работаете очень интенсивно или продолжительно, а времени на полноценное восстановление явно не хватает. Если это эпизод вашей жизни, извлекайте уроки. Если система, вы очень рискуете заболеть синдромом молодого менеджера, когда на фоне полного здоровья как бы внезапно останавливается сердце. Еще одна причина появления темных кругов – недостаточное количество жидкости в рационе. Кроме количественного фактора, примерно 40-50 мл на 1 кг массы тела в сутки, важен и качественный. То есть нужно правильно пить воду до еды, во время еды, после еды, на протяжении дня, в связи с физическими нагрузками, поддерживать водный баланс. Иначе вместе с темными кругами появляется венозная сеточка на ногах, варикозное расширение вен, геморрой, усиливается выпадение волос на голове. Не менее значимая причина – интоксикация любого происхождения. Эта причина чаще вызывает появление темных кругов у детей. Если вы их не перегружаете уроками, разумеется. Как правило, такие дети бледные, у родителей есть претензии к работе пищеварительной системы, и пока вы не решите эту проблему с педиатром либо гастроэнтерологом, физические нагрузки ребенку лучше ограничить. Реакция со стороны сердца и сосудов при появлении темных кругов может быть различной. При активной реакции вашего организма появляется ВСД по гипертоническому типу или гипертония, при пассивной – ВСД по гипотоническому типу или гипотония. Первый вариант чаще у мужчин, второй – у женщин, но могут быть и исключения. Вне зависимости от причины или причин, вызвавших появление темных кругов, ситуация требует активного вмешательства в ваш образ жизни и целенаправленных его изменений. Теперь вы знаете больше, почему не следует закрывать глаза на появление темных кругов под глазами и что делать в подобном случае. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения.